Сегодня познакомимся с вами с тейпами. С тейпами такого не ленточного, а липкого типа. Их бывает два вида. Как-нибудь найду второй, вам тоже его покажу. Довольно любопытная вещица. То есть первый вид, которого сегодня не будет, он просто мотается, он многоразовый, можно снимать и так далее. Но на него некоторые жалуются, что он втягивает влагу. Вот этот такой более, так скажем, щадящий, но со своими нюансами. Ну и сейчас я вам их постараюсь показать все, которые нашел. На самом деле, давайте поближе лучше покажу. Для чего их применять, я думаю, любой сможет придумать. Можно кастомизировать ваше оружие, к примеру, под ваш камуфляж, под вашу форму, которая у вас есть. Можно использовать вместо рукояти. Знаете, бывают такие ножи, которые выполнены из одного куска там стали, грубо говоря, нож. Нож, кусок железа. Вот. И некоторых используют для того, чтобы не заморачиваться с рукояткой, просто этой штукой обмотали. И, кстати, говорят, что всем вполне всего хватает. Вот сегодня будем использовать вот такой, довольно, кстати, популярный цвет, особенно в нашей армии. И вот первое, что бросается в глаза, как по внешнему виду, так и по запаху, это то, что это такой тканевой пластырь, вот, который продается в аптеках, очень сильно похож, прям вот даже клей точно так же на свету блестит. Но производитель утверждает, что технология немного другая, несколько иной состав клея, и мне интересно, как он будет у нас ложиться на поверхность. Я читал отзывы о том, что данной штукой некоторые свои страйкбольные привода обматывают, либо винтовки на R-платформе, ну это такие так называемые M-ки, и там много различных элементов, типа цевья каунтеребристого, то есть много острых углов. Мне интересно, как этот скотч будет именно обрабатывать неровности. И ничего лучше, кроме Мосинки, я не придумал. Здесь есть как раз достаточно проблемный узел, и мне интересно, как он этот узел сгладит. Полностью ее мотать, наверное, не буду. Просто по той причине, что мне ее не использовать. Попробую наклеить сначала на самое проблемное место. Посмотрим, как у нас отработает клей, и не дурацкая ли это все-таки у нас затея. Инструкцию я, конечно же, как обычно, не читал, буду делать интуитивно. Просто наклеил с одной стороны. И начинаем потихоньку прижимать. То есть намек такой, что данная лента еще может защитить вас от влаги. Вот типа вот я пытаюсь сделать именно это. Он отлично тянется. Как бы обволакивает. И вот перекос. Интересно, покроет ли второй слой эти неровности. Еще один проблемный узел. Прям если в натяжечку, прям здорово ложится. С вашего позволения полностью заматывать не буду, ну как вам? Вот прям вот первый раз я с ней. Вот тот самый проблемный узел, который я, к примеру, да, хотел закрыть. Вот здесь идут хомуты, которые обхватывают цевьё, металлические, чугунные, они подржавели. И, к примеру, если я их захочу там защитить. А вот здесь вот, тут даже ничего не видно. То есть лента ложится не супер идеально, но, возможно, это и хорошо. Во-первых, такие неровности, знаете, как делают стены шубу. То есть специально делают неровную поверхность, бугристую, шершавую, для того, чтобы скрыть неровность стены, да, которые очень дороги в наше время. Ровную стену сложно сделать. Вот здесь то же самое. То есть, если вы не хотите как-то суперски заморачиваться с финальной обработкой вашего изделия, ну вот, вполне себе подходит. Также цепкость. Вот оно очень плотно. Да, если прям драконить, конечно, можно оторвать, но и то держится очень, очень крепко. Я думаю, если подсохнет, схватится еще лучше. Неплохо. Можно еще и приклад замотать, но поскольку
эту штуку еще продавать, а с лентой ее нам продавать не разрешат, то либо человек не сильно нас поймет, придется ее снимать. Кстати, давайте я ее сниму и проверим, можно ли ее использовать повторно. Или попробую снять. Так, получилось у меня эту ленту снять, свернуть обратно ее в тубус. Это, конечно, не говорит о том, что она многоразовая. Возможно, если она подсохнет, сам клей, вот, она потеряет свои свойства. Но не знаю, наверное, обмотаю раму сейчас, ей велосипедную. Посмотрю, как она себя будет вести в течение нескольких месяцев. Потом, может быть, дам фидбэк. Фидбэк, если буду снимать видео по другому типу ленты. Вот, ну а так, думаю, принцип действия вы поняли. Любопытная штука, применение просто масса, не только в оружейной теме, где угодно, там защита чего-либо, либо кастомизация чего-либо. Еще бы найти такую ленту с какой-нибудь другой, ну, более, так скажем, гражданской расцветкой, я был бы рад, ну, хотя бы черную. Так вообще штука любопытная, можно использовать. Также хочу вас поблагодарить за то, что вы с нами, за то, что вы лайкаете, подписываетесь. Кстати, кто не подписался, сделайте это, пожалуйста, потому что я знаю, что вы нас смотрите регулярно. Вот, давайте узаконим наши отношения. Я думаю, это будет честно по отношению к вам и к нам. И также не забывайте про наши социальные сети. Там есть дополнительный контент. Сегодня, вот прям сегодня, 5 число, не знаю, когда выйдет видео, проводится раздача призов. Разумеется, абсолютно бесплатная, просто рандомно. Так что поспешите в Инстаграм. Может быть, даже... Нет, уже не успеете. Но розыгрыши обязательно будут еще. Ну и экономьте, промокод, я думаю, найдете в одном из углов видео.